Им доверяют миллионы подписчиков, им дарят свое внимание, лайки и деньги. Они учат людей управлять временем, распоряжаться финансами и правильно мечтать. Но Следственный комитет России и налоговая напоминают, что не каждому из блогеров можно верить. Да, я торгую воздухом, да, я инфо-цыганка. Тем не менее, по данным ВЦИОМ, среди 5500 опрошенных из 40 регионов России 53% верят словам блогеров, а 70% хотя бы раз покупали товар из их рекламы. Человек в потоке информации все равно хочет пообсуждать. Он хочет найти эту правду, хочет различные точки зрения посмотреть с разных сторон. И вот блогеры, они дают эту возможность. Однако над экспертностью блогеров, которые вещают на абсолютно разные темы, задумались только 59% опрошенных. Это следует из тех же данных ВЦИОМ. Эти респонденты отметили необходимость получения спецобразования для таких интернет-мыслителей. Если этот человек вчера был фитнес-блогером, позавчера был фуд-блогером, а сегодня он говорит про личностный рост, но уже возникает вопрос. То есть быть более критичным к информации, которую ты получаешь. Более критична и та часть блогеров, которая следит за качеством выдаваемой информации, даже если подписчиков пара-тройка тысяч. Прежде чем вещать о правильном питании, блогер Самира провела годы в медицинском, получила диплом провизора, прошла переподготовку на нутрициолога и консультанта по осознанному питанию и продолжает доказывать себе свою экспертность. Безусловно, я чувствую ответственность, потому что я понимаю, что многие подписчики, наверное, даже практически все подписчики не перепроверяют информацию от блогеров, которым доверяют. Пользуюсь такими источниками, как клинические рекомендации, либо какие-то научные статьи от мировых ведущих доказательных институтов, чтобы быть уверенной, что я никому не наврежу. О том, что отличает настоящего эксперта в сети от блогера, который продает воздух, нам рассказала психолог. Блогеры говорят про то, что я знаю, и я вам помогу. И все говорят, окей, да, это как пилюля такая волшебная, да, сейчас я выпью, и мне полегчает. Эксперт, он так никогда не скажет. Он скажет в лучшем случае, я помогу тебе найти твой собственный путь, я помогу тебе исцелить твои раны, да, я помогу тебе найти твои смыслы. Но это же работа. Люди говорят, ой, нет, там будет больно, там будут слезы, мне придется там копаться в себе. Зачем? Купила марафон, покайфовала, там все всегда задорно, там всегда про успешный успех, про радость, про красоту. Да, но эффекта не будет. При этом ниша благосферы продолжает вовлекать и тех, кто сидит по ту сторону экрана. 58% опрошенных и сами хотели бы заниматься блогингом. Наша героиня Любовь ведет соцсети не так давно. Контенту подходит серьезно, только настоящий спорт. Девушка занимается легкой атлетикой и рассказывает, как проводить тренировки и подбирать удобную форму. Добавляет, ей даже удается популяризировать спорт в массы. Подписчики выходят на пробежки. Попробовали и мы. Я почувствовала, что людям интересно, и плюс очень мало именно вот блогеров-спортсменов, которые вот реально занимаются спортом и ведут не про фитнес, про похудение, а именно вот про спорт. Немного, и это прям людям очень отвлекалось. Я стараюсь не советовать то, в чем я не могу быть на 100% уверена, и очень аккуратно я стараюсь обходить медицинские темы. Есть хорошие блогеры, которые могут очень сильно сократить время для того, чтобы в какую-то тему войти, ближе к ней познакомиться. Но принимать решение относительно своей жизни только на основе мнения блогеров я бы не стал. Мария Мацаева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком.